что-то пахнет. Что-то капустой пахнет, да? Окей. Это водоросли. Улыбаемся все. О, молодцы. Классно. Ребят, всем привет. Это будет выпуск номер 4, уличная еда. Тут такой хаос творится. Посмотрите, очень много машин и очень много людей. То есть все пытаются подойти к этому месту, припарковать свой автомобиль, мотоциклы. Вот. И попасть на это мероприятие. Всем привет. Ты сказал, что сегодня Саша. Так что сегодня мы не одни. Сегодня с нами Саша, его семья. Будем пробовать уличную еду. Гуанчжоу Интернационал Фуд Фестивал. Все, идем внутрь. Сделали танк из бэушных бутылок. Вау, какая большая, офигеть. Из черного бунжука делаются напитки. Ребят, ну пахнет вроде вкусно. Давай, Саша, первый пробуй, давай. Вкус необычный. Мясо? Какой-то, да, мясо, какой-то соус. Короче, очень специфический. И придает мясу вообще другой вкус. Как ешь, как будто другое что-то. Вай-вай-вай-вай. Я пробую, ребята. Я бы сказал, вкус необычный, но прямо сказать, что это супер-супер вкусно, я бы не сказал бы. Очень много, внутри много капусты, много, мяса мало. Сверху тесто обжаренное, масло, это жирновато все. Сегодня воскресенье, и фестиваль буквально недавно открылся, ажиотаж идет. Очень много народу, поэтому, наверное, приду, ну, может быть, завтра. Мы идем на выход, потому что, блин, просто невозможно здесь что-то подойти, что-то заснять, купить. Везде очереди, очень много народу. Конечно, процесс приготовления просто завораживает, как он это готовил, мне прям вообще понравилось. Рисовое тесто, смотрите, такое прозрачное, так тянется прикольно. Сразу
сразу вкус такой зелени, обдатой такой капусты. Яйцо, чуть остринка. Пробую мидию. Мидия как-то теряется, да? Да-да-да. Из 10 баллов даю 5. Потому что вроде бы вкусненько, но чего-то не хватает. Какой-то остринки, какой-то перчинки. Именно специй китайских не хватает. Ребята, в общем, взяли кальмары. 10 юаней, 4 шпажки. На шпажках, конечно, очень мало. Ой, холодные. Холодные. Я тебя снимаю и тоже кушаю. Кальмар вкусный. Обычный кальмар с специями. Это баранина. Посмотрите, как это вкусно выглядит. Это баранина, ребята, посмотрите. На шпажках одетая. Я думал, а овощи что-то он не положил. Это овощи для красоты. Я думал, овощи положит, а он мясо только дал. Пробуем вот это вот, ребята. Баранину, пока она тепленькая. У меня глаза не закатываются? Нет. Вкусно? Баранина. Вкус такой насыщенный, баранина. Вкусно очень. Баранину есть, надо теплой. Она остынет, потом мне интересно. Кишки какие-то. Это, мне кажется, кишоки, да? Да, это кишки. Это ливер, точно ливер. А, good. Да. You. Это как хавчума? А, хавчим. Хавчим? Не, ребята, такое пробовать мы не будем. Он ждет, смотри. А цыгает шишева. Ауши. Что-то пахнет. Что-то капустой пахнет. Это водоросли. А, ничего, вы волосы нашим взял. Понял. Пойдем. Повар, зажигалочка там стоит у них. Это очень жирно. Посмотри, это просто супер жирно. И она еще не бритая, посмотри. Ну да. А вот там что? Ну это вот готовый. Это пареный какой-то. То есть можно жареного, можно пареного. Короче, жирновато это. Ребята, в общем, мы взяли тофу. Он не вонючий, он аналог вонючего тофу. Обычно вонючий тофу черного цвета. Если вы не видели уличную еду часть 3, то я оставлю ссылку в описании, там, где мы кушаем именно вонючий тофу. Будем пробовать этот тофу. Катя не хочет. Она подозревает, что это аналог вонючего тофу. Но я больше чем уверен, что это не вонючий. Вкусно? Да. Что по вкусу? По вкусу сильно жареная, омлет пережаренный. Или яичница сильно пережаренная. Не хочу яичницу пережаренную. Корочка очень задаристая, вкусная. Чуть-чуть остренько попросил. Без кинзы. Ну вот с кинзой, может быть, еще бы ничего было. Очень рискую, пробуя это, потому что в прошлый раз мне не понравилось яичница. Опа.
Ну как? Знаешь, он правда не воняет. Но он не воняет, нормально жареный, тофу обжарен. Это вот для тех, видимо, сделано, кто не любит экспериментировать. Она кушает вот эту еду, которую мы... Нам показалось странной. Тига хаучима. Чимбалон, иди. А, буду сюда. Желудок. Короче, она говорит, это желудок, и она говорит, специфический вкус на любителя. Вот она, вредное производство. Походи целый день, поговори так. Купить его же что-нибудь. Вот это раки. Вот такие огроменные. А некоторые люди просто подходят, фотают. Вот. Что это? Короче, мне кажется, я знаю, что такое. Это морепродукт какой-то. Да. Ты будешь пробовать? Только после тебя. Это шкура, обычная шкура рыбы какой-то. Короче, Катя взяла какую-то ересь непонятную за 25 юаней. С виду, блин, непонятная штуковина. Как будто бы шкурка рыбы. Это вкусно вообще. На. Пробуй. Да не аппетитно выглядит. Ну ладно, ребята, пускай она кушает, а мы пойдем дальше, что-нибудь вкусненько сидим. Или нет? Это кинза, да, по-любому, да? Нет, кинзы, а, кинза. Может быть. Мне не попалась кинза. На нас китайцы смотрят, как я ем. Ржут, сидят. Что это? Вкусно? Ну честно, скажи, вкусно. Ну, соус приятный. Хрустит. Хрустит, как будто бы... Блин, не могу ничего вспомнить. Что может хрустеть так? Как ушки. Да, как свиные ушки хрустят, так же. Только свиные ушки более жесткие, а это более мягкое. Что это? Ну, поешь. Но я что-то не хочу. Ну, это морское животное, он же тискал это и... Да, нам сказали, что это рыба. Мне кажется, это запчасть от рыбы какой-то. Ну это не запчасть, короче, от рыбы. Мне кажется, это какой-то морской змей. О, мне кажется, змей. Шкура змеи какой-нибудь. Да-да-да, похоже на змею. И вот это мясо, может быть, и... Вкусно? Ну я поняла, что это змея, только когда я уже есть начала. А как ты поняла? Когда я поела. Ну по шкуре, блин. Ты знаешь, нормально, мне нравится. Ну кушай, кушай. Мне больше нравится, по крайней мере, чем свиные уши. Они уже готовы, полуфабрикаты готовы. Вон они лежат. Вон полуфабрикаты лежат. Он их открывает. Вон, Кать, смотри. Они уже фаршированы. Просто в масле обжарить. Это перепелки, наверное, да? Он,
короче, в кипятке ее обдает, дальше передает ей, она там тоже там что-то доделывает и в чашечку уже накладывает. Цена данного блюда 15 юаней. Катя, как тебе? Мне очень нравится. Нравится? Да. Мне кажется, это вкусненькое, не жирное такое. Вкус есть? Да, вкус кинзы, как ты любишь. Что, реально? Ну, есть. Ребята, пробую. Бульончик. Опасно. Есть кинза? Попадается? Да. Кинза. По-моему, вкусный. Кинза придает этому блюду вкус. Если бы кинзы не было, было бы галима. Да, короче, ребята, мне это не нравится, потому что там кинза. Ну, одно могу сказать, что здесь рыба, кинза, салат, трава, лук какой-то и добавление крахмала, кажется, потому что он такой маленький, такой однородный, да, масса однородная, как тесто. Мне единственное не нравится то, что там кинза. Человек-банан. Жареные бананы. А, ёксом сильно дела. Ну все, дорогие друзья, на этом, наверное, закончим четвертую часть уличной еды. Знаешь, вот мы ели 100 юаней. Если бы мы сходили в ресторан, мы могли также покушать на 100 юаней и наесться, да? Но здесь как бы я не ощущаю сытости. С легким чувством голода вышли. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока.